Привет, друг мой, я Фокс, ну или же Глинт, называй как хочешь. Сегодня я расскажу и покажу, чего добился за первые дни выживания, а это сервер Gasterland, и мы начинаем. Я вам расскажу чуть-чуть про этот сервер, как я на него вообще попал и что это такое, что где сервер, какой сервер, что это, никто не понимает. Это политический сервер Gasterland, да. Это, ну, типа, продолжение вот этого города сервермайна, ну, это ничего, это забудем. Это политический сервер, где нужно строить свой город, отыгрывать свое РП, строить заводы, получать оружие. Что? Оружие? Да, тут есть оружие, а к этому потом придем. Нужно строить свой город, развивать его. Ну, на сервере, конечно же, есть свои ряды ограничений. Во-первых, сейчас у нас 1672 год. А это означает, что у нас нету ада, у нас нету энда. Не знаю, как это связано с годом, но они у нас закрыты. Нету ада, нету энда. Собственно, нету лута с этих двух вселенных. Нету элитр, нету шалкеров. Отключены трезубцы, с их помощью нельзя летать быстро. Отключены эндерперлы, отключены эндерчесты, их нельзя никаким образом скрафтить. Так что нужно обходиться тем, чем есть. Есть ограничения также на жителей, то что нужно иметь всего лишь 8 жителей на город. Город строится из людей, из определенных зданий. Нужно будет построить 8 зданий, чтобы считаться городом. Администрация должна посчитать то, что ты, ну, типа, нормальный, ты нормальный челик, ты достоин этого всего. Блин, а эта табличка дела говорит, кстати, ребят, не забываем. Но это все компенсируется одним жителем, который находится на спавне, которого я сейчас найду и вам покажу. Вот, на самом деле, это здание, оно находится, ну, на центре, прям вот этот центр. У нас есть такой житель, который продает штуки из ада. Штуки из ада, квампы, вот всякое такое тут можно за изумруды закупать. Это типа дополнительный житель, чтобы компенсировать отсутствие ада. Пока что нету ресурсов из энда, но, наверное, мы к админам еще достучимся. Соберем петиции со всех игроков и сможем добавить еще и ресурсы с энда. Спросите, а откуда у меня уже алмазный сет и полностью алмазка зачарованная, неплохая, кстати. А это все мы делали на стримах, которые вы можете переходить на наш Twitch канал по ссылке в описании и подписаться туда. Там мы играли первые дни, которых вы на видосике, к сожалению, не увидите. Давайте я покажу и расскажу, чего мы сейчас добились. Как только я зашел на сервер, меня сразу же пригласили в город, в котором состояли такие люди, как StreamVersus, Добрый Кит, Суджик и теперь я. Теперь нас в городе было четверо. Потом на стримах мы выбрали подходящее место для нашего дома и начали строительство уже на стримах, без стримов. Вы сейчас видите реплей строительства. И все.
Кроме постройки собственного дома, я еще и помог чувакам с нашего города построить и задекорировать завод. Что такое завод вообще? В этом заводе у нас находится один замечательный житель, который продает пушки. Что нужно для этого? Надо построить завод, задекорировать его, потом админы придут, оценят наш завод и поставят жителя для продажи пушки. Вот он, кстати, и у нас вот такой вот пистолетик с патронами. Стоит он, конечно, блин, дороговато, но мне кажется, то, что сумма нормальная. У меня, кстати, в руках сейчас не такая пушка, у меня другая пушка. Спросите, откуда она у меня? А сейчас я вам все покажу. Блин, можно на кораблик? Это кораблик только что появился. Да, он появляется. О, житель, это кто? Жесть, что? В смысле, это другое? Да, это другое оружие. Блин, вот это тогда к чему? Почему она на корабле? Блин, странно. Ну, выглядит круто. Что бы это ни было, ладно. Признаем только то, что это выглядит очень круто. Это выглядит максимально круто. Ну да, это факт. То, что красивее, чем наш. На стримах мы зашли к нашим соседям неподалеку, посмотреть, что у них там, как у них обстоят дела с городом. Ну и увидели пушки, которые, да, дешевле и лучше, чем наши. Естественно, я купил одну у них, забрал себе, ну, блин, никто ж не против, да? Ну, мне кажется. Ну и не только это сделал. Ладно, опустим этот момент. А кроме всех этих зданий, у нас во владениях есть еще такие фермы, как ферма скелетов и ферма зомби на спавнерах. Во время того, как я снимал ролик и отсутствовал, наш город знатно так-то увеличился, добавились новые люди в наш город. И теперь город выглядит, ну, подобающий городу. Есть домики, есть жители, есть нормальная дорожка. Блин, эту дорожку даже я строил. Ну, почти. Чуть-чуть я строил. У нас расширился также завод, он начинает расширяться, так что у нас будут еще и другие пушки, так что в других сериях сможете это увидеть. Либо на стримах, которые вы можете зайти и в описании там заглянуть. Ну, круто, чуваки. А если ты, друг мой, тоже захочешь поиграть на этом сервере, то тебе лишь необходимо зайти по ссылке в описании на ВК этого сервера и подать заявку, и обязательно написать, что ты пришел от меня. Сервер абсолютно бесплатный, а нам будет приятно увидеть новых игроков на этом сервере. На этом мы заканчиваем. Я рассказал все, что у меня накопилось. Ну, а этот бокал вина я поднимаю за вас. Все. Всем пока, ребята.